Здравствуйте, с вами Ольга Волкова. Выходные приближаются, и самое время подумать, как их провести. Ответы в программе «Афиша» о самых интересных и культурных событиях Самары в ближайшие минуты. В субботу музей «Детская картинная галерея» приглашает творить искусство. На мастер-классе по основам акварельной техники вас научат работать с цветом и композицией. В итоге у вас получится небольшой этюд. Успейте записаться. Встречаемся 14 мая в 10:00. Любителей тихих поэтических вечеров Самарская публичная библиотека приглашает на лекцию «Жизнь, смерть, любовь в средневековой суфийской поэзии». Интересные факты о поэзии Востока расскажет переводчик, председатель Российского союза профессиональных литераторов Лейла Орен. Встречаемся 14 мая в 13:30. В пятницу на сцене театра «Самарская площадь» комедия «Темная история». Как найти выход из непростой ситуации? Ответы узнаете 13 мая в 18:30. 14 мая в 18:00 камерная сцена представит постановку «Горячее сердце». История по одноименной комедии Островского. Уморительно смешные персонажи, остроумные диалоги, цветистая народная речь. Приходите посмотреть. Случалось ли вам когда-нибудь поймать такую рыбу, которая исполнила бы любое ваше желание? Для самых маленьких ценителей искусства театр кукол «Лукоморье» покажет полюбившуюся сказку про Емелю. Встречаемся 14 и 15 мая. Начало в 11:13. Любимые фильмы на свежем воздухе. Бесплатный кинотеатр под открытым небом на четвертой очереди набережной Волги ждет всех желающих. 15 мая, например, здесь покажут фильмы «Малыш и Карлсон», «Домовой», «Тайна Коко» и «Охотники за привидениями». Расписание всех сеансов на выходные можно узнать в группе «Самарской набережной» ВКонтакте. Это все, о чем хотел рассказать вам сегодня. Хороших вам выходных и отличного настроения!